Готовим сегодня вкусное блюдо, простое и доступное, легкое в приготовлении, гречка с квашеной капустой. Каша получается с особенно приятным привкусом, это необычный вариант для обеда либо ужина. Квашеную капусту используем вкусную, хрустящую. Чтобы полностью открыть ее аромат и привкус, мы поджарим капусту немного, после соединим с гречкой, добавим специи и будем готовить в сковороде. Подавайте кашу к столу просто так, либо с мясом, рыбой, также можете добавить овощи и зелень. Гречка – 1 столовый кон. Вода – 2 столовые кона. Квашеная капуста – 400 грамм. Масло растительное – 2 столовые ложки. Соль – по вкусу. Перец – по вкусу. Паприка – по вкусу. Количество порций – 3-4. Подготовьте ингредиенты. Квашеную капусту нарежьте, если она слишком длинная. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите капусту, жарьте 5-7 минут, помешивая. Добавьте в сковороду гречневую крупу. Всыпьте следом соль, перец, паприку и специи по вкусу. Влейте в сковороду 2 стакана теплой воды. Перемешайте все и прикройте сковороду крышкой, поставьте на минимальный огонь, тушите кашу и капусту 25 минут. Приятного аппетита!